грибы лучше собирать в Александровке, на речке опята водятся. А у нас под березовики, она мне сказала. В молодых березках под березовики. Да, очень. В молодых осинках под осиновики. В молодых елках ельники. А у нас, гражданки, разные грибы. И нам очень нравится девичий гриб, он такой красивый. У него тугая, пухлая шляпа. За это его девчонки и полюбили. Мы пили кофе, поэтому на столе бутылки и кружки. Мы живем в Приморском крае, в селе Рожданка. И все называют его Андурас. Потому что здесь живут очень много гондурасцев. А жена моя из Александровки. Она жила в Приморском крае в России. И у них столица Спасск. Но ей больше нравится Дроздов, потому что там дрозды. Но грибов там очень мало. Вот мои котенки, красивые лосенки. Она загорала и помыла их какой-то хренью старой, которую ей давно-давно мама дала. Сейчас у ней красивые волосы. Она у меня тоже красивая. Вот.